Как оплатить счет за ЖКХ или сделать перевод средств на другую карту? Ответ на эти и другие вопросы подскажут на курсах компьютерной грамотности. Они проводятся в многофункциональном центре «Мои документы». Екатерина Александровна в свои 81 старается идти в ногу со временем. На курсы ходит с 2016 года. В этот раз хочет научиться пользоваться смартфоном. Как зайти в Сбербанк, как перевести, сделать перевод, как заплатить за ЖКХ, это же необходимо. Как подключить автоплатеж и так далее. Вот я за этим сюда и пришла. Обучение проходит в малых группах, чтобы ученики лучше усваивали информацию. Программа курса состоит из нескольких тем. Базовые навыки компьютерной и информационной грамотности, получение услуг в электронном виде, мобильные приложения и финансовая грамотность. После ученики умеют пользоваться электронной почтой, поисковыми системами и другими информационными ресурсами. Также не забывают рассказать и о безопасности в сети. В рамках базового курса мы также слушаем лекцию по мошенникам, как обезопасить себя от мошеннических действий, как реагировать на звонки, что не нужно ходить по непонятным и незнакомым ссылкам, ну и что делать, если все-таки вы сообщили информацию мошенникам. С начала года курсы по компьютерной грамотности прошли 170 человек. Пройти обучение может любой желающий. Записаться на них можно по номеру 37-31-31 или на стойке ресепшн в МФЦ. Обучение проходит по нацпроекту «Цифровая экономика». Кирилл Савосин, Герман Баранов, УПравда ТВ.